Здравствуйте, всем привет! Сегодня делаем заготовки на зиму, а именно замораживаем кабачки. Способ мой самый любимый. Он у меня самый востребованный на моей кухне. Это натереть на терке кабачки. Но я лично буду использовать комбайн. Вот с такой терочкой. Если кабачки более уже большие, то надо из них вынуть семена. И натираем. Таким способом натертые кабачки, они вообще универсальны. Они подходят почти во все блюда. Это, во-первых, конечно, блинчики из кабачка. А во-вторых, из такого кабачка можно натертого, можно сделать шарлотку. То есть вместо яблок использовать кабачки, только не упорствовать с мукой. Тогда получится очень нежный пирог получится. Затем это можно добавлять в кашки. Во вторые блюда никто даже не заметит, что у вас в блюде есть кабачок. Ну, если по чуть-чуть. Именно вот так вот мелко натертые кабачки очень удобно. И на моей кухне это самое востребованное. И снова я разделяю на две части. Как эту порционную. Обычно вот, ну, в одно блюдо идет примерно вот такое количество кабачков. Это тоже можно отправлять в морозильную камеру. Очень удобный способ вот этот для меня. Поэтому большее количество кабачков я замораживаю именно вот так. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы приходили уведомления о моих новых видео. Добра вам и счастья! И пусть у вас все получается. До свидания. Пока-пока.